Известному мореплавателю Евгению Гвоздеву в этом году исполнилось бы 85 лет. Дагестанцы до сих пор хранят память о нем. В конференц-зале музейного комплекса «Россия. Моя история» собрались близкие, друзья отважного морехода, а также школьники и студенты. Вспоминали историю его кругосветок, говорили о личности путешественника и о его вкладе в развитие российского яхтинга. Официальную часть сменили увлекательные викторины и конкурс по вязанию морских узлов. Победители получили подарки.